Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре силиконовые приманки от производителя Lake Force. Называются они Fork Frog. Вставляется в красочной упаковке белое основание и черно-красные буквы. Имеется большое смотровое окошко, где можно рассмотреть, как выглядят данные силиконовые приманки. На лицевой стороне видим логотип производителя, наклейку с цветом Green Pumpkin и Pearl. И что идет в упаковке 5 силиконовых приманок. Производятся они в США. Сказано, что в аттрактанте имеет чесночный аромат. И также использована здесь соль. Сзади есть многочисленные схематические изображения. Как же можно оснастить данных лягушат. Техасская оснастка, вейки, каролина, неогруженная резина, дропшот и интересная такая оснастка Finess RX, но мы обычно такой не пользуемся. Здесь идет специальная такая джиголовка с обрезанным шаром, и идет она, получается, плоская, во время проводки очень неплохо поднимает муть, но я нигде даже таких не видел в продаже. Я думаю, что, может, у нас бы тоже неплохо себя показывало. Есть адрес производителя. Давайте же достанем лягушат. Идут они без какой-либо пластиковой подложки, просто накиданы в количестве 5 штук в упаковку. Довольно детализированно сделана приманка. Все здесь присутствует, кроме передних лапок данной лягушки. Могли бы, в принципе, сделать. Мне кажется, лягушка стала бы благодаря этому более живая. Небольшие 2 отросточка дополнили бы ее такой настоящий внешний вид. Но здесь же мы имеем только тело лягушки и ее задние ноги. Ноги сделаны в виде виброхвостов, будут создавать очень интересную игру. Они сплющенные и также детализированные, идут на ней различные отростки. На теле приманки тоже имеются разные выемки и выпуклые большие глаза. Ну, действительно, настоящий такой лягушонок. Здесь имеем, наверное, небольшой переход краски от ног другой лягушки на перламутровый живот. Здесь имеется выемка для оснащения офсетным крючком, для того, чтобы был более быстрый выход офсетного крючка, чтобы использовать с любыми крючками, не только с большим поделом. Здесь наверху имеется такое ребро, и мне кажется, удобно именно в заднюю его часть прятать жало офсетного крючка, для того, чтобы лягушка была вездеходом, вездепроходимой, можно было бы ее закидывать в самые дебри, в камыш, прям в самую гущу, где нередко летом прячется щука, и все лето там пожирает как лягушек, так и мальков, и как раз данная имитация неплохо себя в таких местах должна показать. На неогрузки, либо же на офсетном крючке, немного подгруженном. Я думаю, так я и буду ее использовать. В основном для ловли щуки. В моих условиях навряд ли кто-то еще будет реагировать на данную приманку. Конечно, можно было бы использовать для ловли сама, но данной рыбалкой я не увлекаюсь. У меня расцветочка зеленая с перламутровым животом. На сайте есть выбор из 9 цветов. Все они в основном похожи друг на друга. Темные оттенки с различными вариациями по раскраске живота. Есть белые, есть перламутровые, но есть самая необычная такая расцветка, полностью белая, и это больше такая провоцирующая. Раз приманка производится в США, я думаю, что в основном она использовалась для ловли баса, и я думаю, что если кто-то где-то когда-то будет находиться, где присутствует данная рыба, что данный лягушонок тоже неплохо по ней сработает. Хотя и большого она довольно размера, 13 сантиметров. Это приманка для ловли крупных трофейных экземпляров рыбы. Но я и надеюсь как раз, что крупная щука должна реагировать на данную модельку. Очень неплохо выглядит, детализированно. Я думаю, что щука будет действительно путаться с настоящим живым объектом. По запаху действительно есть такой чесночный аромат, он неплохо будет расходиться в воде и дополнительно привлекать рыбу. Ну и во время поклевки щука будет чувствовать еще и соль, и также на какие-то миллисекунды дольше в пасти будет держать данную приманку, что даст вам время на подсечку хищника. Интересные силиконовые приманки от производителя Lake Fork Frog. На этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока.